Здравствуйте, с вами сегодня Галина. Вы, наверное, замечали, что иногда рисунок на ткани штор портит общий вид помещения. Сейчас поговорим, как этого избежать. Выбор рисунка зависит от размера помещения и от уже имеющихся рисунков в интерьере. Шторы с контрастным поперечным принтом сделают комнату ниже и шире, а вертикальные рисунки сделают комнату более высокой. В маленькую комнату лучше выбирать портьеры светлых оттенков, без крупных орнаментов. Такие орнаменты будут хорошо смотреться только в больших просторных помещениях, и они могут стать хорошей и интересной изюминкой в вашем интерьере. Если у вас обои с активным рисунком, то портьеры лучше выбрать однотонные, чтобы шторы не слились со стенами и интерьер не стал перегруженным. Выбор штор – не такое простое дело. Приходите к нам, давайте вместе сделаем вам продуманные шторы для продуманного интерьера. Будем рады вас видеть!